им город стал. Я погрущу, но, пожалуй, недолго. Завтра ко мне приезжает родня. Кофе в порту. И шумит кофемолка, заглушая мои вздохи, всхлипы вдали, контуры корабля. Кофе допит, вот и высохли слезы. И вообще, кто такой ты, чтоб так надрываться и мочить сарафан? Все настолько серьезно, я настроена ждать, пусть мне за 35 тебя из дальних стран. Я погрущу еще самую малость, а потом свои мысли настрою на лад и запишусь в фитнес-клубе на танцы. Буду бедра качать, перестану есть тортики и шоколад.